Всем привет! Погнали проходить дом. Дальше попробуем поиграть подольше сегодня, а то что-то ролики совсем там были короткие. Ты меня не представил. Так, доступ синий. Синий. Надо где-то... Надо синим стоять. Пузырь где-то найти надо, да. Там как будто плохо. И что надо сделать? Ага. Следующий день перед секретной зоны очки улучшения. А что это надо? Секреты я нашел, а что надо сделать? Ты считаешь, что это секрет? Ну что-то здесь написано. Такая очевидная дыра в стене может являться секретом, да? Ну да, это как бы в принципе присущно Думу. Что-то с ней можно сделать? Да, какой труднодоступный секрет, да? Вообще. Синий ключ к картам, ну это вот. О, как дует из окна. Вот там доступ синий-то был. Да я понял. Слушай, из окна дует. Ну, ящерица мертвая, валяется. А, это человек. Сквозняк вообще. Тут нет окна, оказывается. О! Он как подтянулся, да? Трубач. Так, ладно, синий доступ. Там, посмотри внимательно, не измазал двери. Вон там кто-то ходит. Гуляет. Потянь. Гуляши, гуляю. О, это что такое? Зажигал. Оружие скотчное, граната. Как ее включить? Ух ты. О! О! Ну, прикольно. Прикольно. А больше нету скотчных граната. Она не для этого должна была использоваться. А что, она перезаряжается типа что? Что-то там копится, да? Нет, все, у тебя максимально 20 патронов. Нет, вот, граната. Смотри, растет там какая-то штука. Да? Нельзя часто кидать, что ли? Упа у него встает походу. Будем добивать. Так вот. Да. О, что, ему руки оторвало, что ли, граната? Без руки пить. А кстати, предыстория этой игры какая? Это где вообще происходит? А это по твоей части предыстории. А, ну давай, чувак, я сейчас предысторию вкрою. Легко, да? Твое любимое дело, в принципе. Давным-давно в далекой-далекой галактике грозные войны на планете Актубис. Да чё? О, лютый разговор будет. Алло. Здравствуйте. Нет, не совсем. Сегодня, наверное, уже не смогу быть. Так, прямо на связи. Давайте завтра. Стоит. Мы извиняемся за прерванный эфир, конечно. Да, это был прерванный эфир. Давным-давно в далекой-далекой галактике грозные войны на планете Акартубис происходило сумасшедшее противостояние непонятных гобринов и человека с оружием. Человек с оружием бегал по какой-то военной базе и убивал монстров. Эти... Кто мне холодит? Руки вот. Заткнись. Че, не успел убежать? Он не успел убежать. Да. От имени автора фильма я буду комментировать все события. Да, и сейчас происходит неравная схватка нескольких монстров и этого универсального солдата. Он забрался на высоту, чтобы осмотреться в окрестностях. И вдруг на него полетела бутылка с зажигательной смесью, но он резко среагировал и уничтожил противника раздавившим черепом. Давай завязывай такой комментарий. Нон-стоповый стрём. Слушай, ты надо перепрыгнуть что ли? Здесь перепрыгнуть интересно. Он с разбега. Он попытался перепрыгнуть, но очередной раз у него это получилось. Очередной раз это у него получилось. Хорошо сказал. Я просто
Лихо не справился, он подошел к летящему. Оружие, блин, шквальный огонь, зажмите активатор модификации, чтобы выпустить с трех патронов больше, с большей кучностью. Кучность. Это что, дробовик, что ли? Да, это дробовик с большей кучностью. А, тут можно выбрать, что ли? Этот прибор активирует кучность дробовика. Микрограната тут кого? Микро. Микрограната или шквальный огонь? Ну давай возьмем микрограната. Или что? Что-то выбрать надо или что? Блин, я не догоняю, что-то надо же. А, интер выбрать. Получить. Получить. Ух ты, что-то там. У него произошли кардинальные изменения, его отседали. Дайте боеприпасов на... Это дрон изменил арсенал его оружия. О, ты гранатами сейчас стреляешь? Ну, видимо. Ох. Отломил буквально. Я бегаю чуть ли не слепую, что-то не понимаю, куда бежать, вижу, что экшен был, то игра сама пройдется какой-то. Да. Глаза горят так интересно. За горло поймал уже. О, контрольная точка. На этом мы заканчиваем. Да не, шучу. Еще не начали. Тут где рота громко. Пошметки. Ты здесь был уже? Да ладно. Почему тогда здесь враги? Комбо такой, Mortal Kombat не было здесь? Вот. Ну, это уже какой-то другой шаг. Кто-то лупит там вообще. О! Как надо оказывается. Ты вообще ориентируешься? В том-то и дело, что нет. Я просто бегаю и долблю каких-то там персонажей. Кто меня там долбит? Тут особо ориентироваться не надо, надо просто долбить. Кстати, ты сегодня... Забыл сказать на микрофон, что такое серость. Изначально ты хотел. Как ты сегодня шел, говорил. Погода такая, да? Серость такая. То есть. Лютая. Лютая серость, да. То есть лютая серость — это невозможная диарея. Я так понимаю, надо идти на звук просто. Кто-то полез там, блин, они лучше меня знают, карту местности. И грунт карты местности. О, разбил ему голову в кетчуп. Превратил ее в лечо. Блин, а чё, куда бежать-то дальше? О! Может, моя карта пользуется, слушай? Она есть? Где-то есть. М нажми. Наверное, не получается. О, что, упал ты, ты промахнулся, потому что он упал. Знаешь, его фейл как бы стоил ему жизни. Прикинь, какая судьба у этого монстра была.
Он может, у него может быть совсем... Отвратная, да. Отвратная судьба? Враги же не бесконечности, а вот цель, походу, показана, да? Туда надо прийти. Да. А что тогда? Значит, сюда. А дальше? Так. Направо туда. Слава. Ну, направо, вот, туда спрыгивай. В той трубе иди. Сюда? Блин, это какой-то Марио начался. О, да. Точно, да? Все просто, оказывается. Довольно-таки. А что эти горят? Не можешь на подключить, нажимать? Нет. Это второй ход, да? Сейчас вообще цель нет, вот цель есть опять. Тут закрыто. Ну, боюсь, не понимаешь. Ну, понятно. Что? Приветствуем, Буага. 221 день без несчастных случаев. Его убить нельзя? К сожалению, нет. Опять нас встречает какой-то голубой персонаж. Ну, все, цель на дисплее видел. Кнопки. Че, все что ли, это рвать и метать? Продолжим. А к этому мы уровень прошли, типа, только еще. Ну, вообще. Я просто сюжет этой игры такой захватывающий, что прямо... Да есть. Что-то скучная какая-то, ну и даже сама стрельба какого-то экшена не вызывает такого восторга. Пробежать стоит ее один раз, наверное. Может, с боссами что-то интересное будет. Я не смотрел, да, ни боссы, прохождение. Боссы в трусы одеты я буду. А, так, загрузка 80%. На этом все, походу, 79. Она назад пошла. Я рано сказал 80. О. Печенька вкусная. Ну-ка. Смотри, я тебе отдал свою. Знай своего врага. Называется. Жизнь не работает. Красиво так-то. Здравствуйте, я Вега. Искусственный интеллект марсианского комплекса. Я провел диагностику претарианского бронекостюма и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания, с помощью которых вы сумеете быстрее обновить свой арсенал. Я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Испытание в задание. Очки, учебное оружие. Разведайте обстановку. Мы сейчас разведаем. Основное энергоснабжение отключено. Двери заблокированы. Мне нравится, что не можешь забил в это время, когда играть и шутить. Смотря в что играть. Да чё все орут, как это понятно. Что-то нажали, что-то открыли. Кто заорет там сзади? Разведайте человеческие жертвы. Портал в ад. Демоны. Все это правда. Улучшение брони костюма. Вы станете первыми. Карта загружена. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я, в новом мире, который они создали. Что-то там рассказывает женщина кому-то. Это типа зомби, что ли? Благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я, в новом мире, который они создают для нас. Сейчас.
Я верю сейчас. Особенно сейчас. Последние минуты вообще. Все это сзади. Вот, так и думал, что взорвется. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Что, более-менее экшен начинается? Ну, что-то, ага. Сейчас все как-то закончится. Вообще будет. Вообще будет экшен. Как он так вот, по сути, как ему не страшно, да, представляешь, что он на чужой планете он уходит, просто там такие уводы, его хотят убить. Ну, просто не видно, что у него в скафандре происходит, может, ему и страшно. Мне там отписано сзади уже. Селедку целиком уже там выдавил. Вот селедочный торчит уже и трек. Там уже сельдь на этом. На стадии спины уже сельдь вылазит. Так, куда найти-то дальше? А вот он там. Чё они все прикурить давить-то гоняют? Куда же не курить в игре? Так, дальше куда? Куда-то наверх. Тут что-то... Что-то закрыто. А, их надо всех перебить, по-моему, чтобы... Вот зеленый загорелся. Да, так сделано. Что-то ладно. Вот, и старый добрый дом. Заводим штилька. Я узнал эту модель. Че не пилит-то? А че надо же? На этого, наверное, управить. Ну, не хочет пилить почему-то. Может, кинуть соляру надо? Вот. Раньше пила была другая, да. Я что-то не помню, как было. Дисковая, да? Нет, такая же просто это. О, стены его впили. О, нифига там рассыпали. Что-то она кончилась быстро. Соляга, видать, кончается. Паровоз проехал. Да блин, да че? И убежал, блин. Смотри, как. Как Качик поступил. В доступе отказан. Требуется желтый уровень допуска. А что надо сделать, интересно? Так, иди куда-то сюда надо. Наверное, нужно в этот контейнер запрыгивать. Нет? Да. Сейчас тебя другой контейнер толкнет туда. Капец тебе. Оп! Прикольно. Загрузить с контрольной точки. Это интересно, откуда. А вот у двери, где ты был. Наверное. Ой, сейчас загрузка долгая. Что-то меня наскучило уже, игра неинтересна. Вообще. Да? Блин, походу мы не будем не проходить. Мэдран. Мэд, как он там называется? Спинтайр с веселее играть, да? Да, ну транспортная, логистическая компания. Короче, что, Дум посмотрели, ну блин, не весело. Давайте запугать с этим говном. Графика прикольная, я что-то не ощущаю даже.
какого-то. Блин, детализация, проработка, вообще круто. Все нормально, но, блин, вот даже когда стреляешь, какого-то кайфа не получаешь, вот как в монстр, что попал, что не попал, как-то это... Или, может, я хреново попадаю. Но мне прям не нравится. Пистолет, ничего, стреляет, не чувствуется, мужчине как бы, знаешь, какая-то... Циклся из-за этого. Еще и мажет постоянно. Короче, будем сносить игру, играть я не хочу дальше. Так что, всем пока. Давайте что-нибудь подумаем, что поиграть. Ну, пишите в комментариях. Да, кстати, пишите в комментах, может, кто что хочет поглядеть. Поржать. Пока, всем пока.